Вы любите читать? Или, быть может, вы невероятно талантливый человек? Слышали ли вы о фестивале «Открытая Евразия»? Что это? Самое время узнать, что это литературный фестиваль, где мы продвигаем книги и их авторов, попутно с этим проводя конкурсы и анонсируя новые релизы и книги. Когда и где? Что ж, фестиваль «Открытая Евразия» проходит каждый год в ноябре в самых разных уголках планеты. От невероятных степей Казахстана до оживленного Лондона. Почему же это важно? Это мероприятие дает авторам, иллюстраторам и редакторам приоткрыть завесу их планов и рассказать людям о своих невероятных проектах. А также показать всем свою креативность, используя ее в таких категориях, как рецензия на книгу, иллюстрация, перевод и многих других. Фестиваль открыт для самых разных талантов. И присоединившись, вы обязательно станете частью Евразийской творческой гильдии. С полной информацией о конкурсе и его условиях, о том, как проходит фестиваль, вы сможете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании.